слушаете «Радио Болткома». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. У нас сегодня будет интересный разговор. Естественно, прежде всего, о том пакете помощи, о котором пока еще договорилась коалиция. Почему я говорю уж пока еще? Поскольку нет решения Кабинета министров, еще это все должен утвердить Сейм. Ну, предположим, что раз правящая коалиция договорилась, с учетом того, что машина для голосования работает, скорее всего, эту программу утвердят. Сегодня на студии, я думаю, уже вы помните нашего эксперта Игоря Мэйо, и мы как раз поговорим о всех аспектах вот этой ценовой или тарифной политики, в том числе поговорим о предприятии «Латэнерго», ключевом, и интересно, что во время дискуссии у коллеги Домбос на латвийском телевидении вот это название «Латэнерго» неоднократно прозвучало, конечно, прежде всего от оппозиции, говорили о том, что они имеют многомиллионную прибыль, не пора ли ее уменьшить, да, для того, чтобы каким-то образом помочь населению. Ну, сейчас обо всем по порядку. Добрый день. Добрый день. Да, вот по поводу сначала начнем, может быть, «Латэнерго» и вообще нашей энергетической политики. Потом, может, постепенно перейдем вот в завершающей части как раз к той программе помощи, которая вот, о которой правящая коалиция договорилась. Да, ну, чтобы понять на данный момент, чем или кем является государственное акционерное общество «Латвэнерго», потому что до какой-то поры, да, это было единое предприятие, но по требованию Евросоюза производитель электроэнергии не может сам быть продавцом. И так уж получилось, да, что сейчас «Латвэнерго» как бы до сих пор является государственным предприятием, но разделено на следующие части. Это «Садэлс тыклы», «Аугспрегуму тыклы», «Электрум», который выписывает нам счета, да, и ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Хотя это все, в общем-то, да, это вроде бы называется все «Латвэнерго», но, в принципе, это самостоятельные дочерние такие, да, предприятия. Такие предприятия. Ну вот, и тариф наш на данный момент, да, как мы знаем, состоит из всех платежей «Садэлс тыклы», да, значит, это ОИК, это сам тариф на электроэнергию, который на данный момент определяет биржа. И это еще сверху, как бы на эти, этот налог ОИК, я считаю, это скрытым налогом, еще идет НДС 21%. И на данный момент, если смотреть на дискуссию, да, по возможности снизить тарифы, то, в принципе, я разделил бы тариф, то, что может латвийское государство, та часть, да, и то, что она не может. Опять-таки, мы вступили... «Латвэнерго» продает электроэнергию бирже, Nord Pool, которая создана Финляндией, Швецией, Данией, Норвегией в 1996 году. И эта биржа как бы, ну, продает нам право обратно покупать энергию. Да? И, в принципе, ну, надо понимать, что на данный момент это 90% спекулятивные сделки. Фьючерские сделки, мы даже не знаем, за какой тариф, может быть, мы покупать, ну, покупаем сейчас. Может быть, это уже сделки заключены где-то в прошлом году или даже, ну, да, раньше. Да? Я все-таки чуть-чуть прерву, хочу здесь важное уточнение дать. Мы знаем, что у нас есть дефицит электроэнергии. Так нам, по крайней мере, официально говорят. По разным данным, 30-40%. Это довольно много. Тогда возникает такой вопрос. Неужели Латвия не может сама производить, ну, почти достаточное количество энергии с учетом того, что у нас все-таки не советское время, у нас крупных промышленных предприятий, да, есть те, кто что-то производит, честь им и хвала, но таких вот крупных предприятий, там, не знаю, как радиотехника, там, ВЭФ, РЭС и так далее, у нас уже не РЭС, а вот те, кто в Елгове, елговские микроавтобусы, ну, нет у нас таких предприятий на 10, 20, 30 тысяч работников. Почему мы сами не можем восполнить дефицит электроэнергии, имея воду, не знаю, ветер, все что угодно? Я думаю, что есть, как раньше говорили, ложь и статистика. Да. И я не совсем уверен, что это 60%, что мы производим сами, да, это правда. Да. Хотя не буду оспаривать, да, но для этого есть другие структуры, как Statistics Parvalda, да, например, и так далее. Да. Но я все-таки продолжу, да, да, что вот есть две части, который составляет тариф, да, это цена этой биржи, это те налоги местные на месте, еще есть дивиденды, которые в бюджете, чтобы слушатели понимали, это примерно
80 миллионов евро, где-то 70 миллионов от Латвэнерго и 10 от высоковольтных Аугспрегум тыклы. Да? Да. Вот, в принципе, НДС, ОИК и прибыль, которые надо в обязательном порядке перечислить в бюджет, вот это та часть, которую государство может саморегулировать. И я вот здесь могу сказать, что в партии, в которой я состою, это Латвия Земная Ксавиенība, конечно, мне была самая логичная инициатива, да, из всех, то, что я слышал, это сделать фиксированный тариф, это 80 евро за мегаватт-час, да, да. И все, что выше, доплачивает государство, 80% от того, все, что выше, доплачивает государство. Это абсолютно конкретное, понятное предложение. Я, конечно, думаю, ну, примерно половина – это биржа, половина – это то, что забирает латвийская сторона и та часть, которую она может решать самостоятельно. Хорошо. Вот тогда такой вопрос, который я хотел бы задать. Ну, вот мы понимаем, что вот энерго, конечно, там она не должна быть, может быть, убыточная, да, там другие государственные муниципальные предприятия, но все-таки они ведь несут, как это ни странно, может быть, кому-то покажется, и социальную функцию, да, ведь мы понимаем, что такое электричество, газ, отопление, особенно с учетом вообще общего уровня жизни латвийское население, да, но все-таки оно должно нести какую-то социальную функцию, или я не прав? Вы правы, потому что электричество поступает в каждый дом, в каждое учреждение. И смотрите, если вырастает тариф на электричество, дорожают услуги. Те же самые медицинские. Да, вот вы пришли в час в поликлинику, да. Уже подорожало. Да, уже подорожало. Больше должно платить вузы, школы. Да, все бюджетные социальные организации, больницы, да, да, все бюджетные организации, тогда кого мы обманываем? Все равно они будут требовать больше денег. Тогда, может быть, все-таки, ну, как-то Латвэнерго оставить покой, потому что на данный момент Латвэнерго превратилась структура, которая заполняет бюджет, да, и дает зарабатывать тем, кто играет на этих тарифах на бирже. А в принципе, Латвэнерго должно быть, тем более, государственное предприятие, акционерное предприятие, государственная структура, которая продает электроэнергию за такую цену, которую потребитель способен заплатить вообще, и которая соответствует реальности экономики. Потому что на данный момент я уже слышу, что, например, Valmiera Stikla щедро, да, уже заплатила где-то 10 миллионов больше, чем в предыдущем году. Да? Если за электричество. Да, да. И есть предприятия, которых счета 700 тысяч, идет о таких суммах речи, конечно, и они становятся неконкурентоспособны на рынке, они продают свою продукцию на экспорт. Это же, ну, надо понимать, это цепная реакция. Угу. Поэтому, мне кажется, вот это предложение Союза зеленых и крестьян, фракция, которая выдвинула, да, оно было отвергнуто, но оно было бы самое логичное, это были бы понятные правила игры, потому что предприятия не могут ждать там месяц, два, три, и домохозяйство не может... Да. А малый бизнес, и видели малый вот бизнес, сейчас, и малый, счета? Да, и да, малый бизнес не может ждать. Это надо решение принимать сейчас, а пока они там концептуально будут договариваться, да, концептуально, это же не решение, они в балансе, у предприятий никак, ну, да, не появляются. Им надо платить счета. Им надо платить счета, пока они там концептуально будут о чем-то договариваться, пока еще вся машина государственная... Заработает, да. Да. Это... Я еще такой хотел вопрос задать, вот интересно, что мы же помним, когда вот это только появилась, эта вот волна подъема цен, инфляция пошла, потом тарифы понемножку, это еще в октябре было, да, фактически в октябре мы уже видели вот эти первые признаки, по-моему, вы тоже как-то в прошлом году во второй части приходили в эфир, мы уже видели признаки, что растут тарифы, растут цены, из-за геополитики, из-за того, что была пандемия, потом спрос вырос, понятно, и помните, тогда правящие нам говорили, ну, это временное явление, 2-3 месяца мы, может быть, кого-то поддержим, какие-то смехотворные пособия, 20 евро вакцинированным пенсионерам, и вот все решится. Уже сейчас, вот вчера, к примеру, в этой же передаче Домбуса были представители правящей элиты, и тот же господин Аша Раденс из «Нового единства» говорил о том, что да, судя по всему, это все надолго, и в апреле ничего не закончится. Действительно ведь так? В апреле ничего не закончится? Вряд ли мы сразу все цены пойдут вниз. Ничего вниз не пойдет, и
Опять-таки, я возвращаюсь в то, что коалиция концептуально о чем-то договорилась, да, но пока не что-то решит, я думаю, уже отопительный сезон закончится. Особенно отопительный, да? Отопительный, да. Отопительный сезон. И какие будут последствия в цифрах у многих домохозяйств, у компаний, да, это мы увидим где-то, ну, в мае месяце. И вот количество дебиторов, которые будут должны Латвэнерго, я думаю, что эти суммы будут, ну, семизначными цифрами. Это не будет никакая мелочь. И я немножко такой самый худший сценарий, да, просто вижу, потому что, ну, правительство о народе и о бизнесе не заботится. Оно заботится, чтобы чувствовали себя комфортно наши кредиторы. Потому что от этого зависит их благосостояние, высшего чиновничества Латвии. И смотрите опять, они все время будут брать в долг деньги, повышать себе зарплаты и, в принципе, ничего структурально, ну, так, по сути, не менять. Да? Это может еще продлиться какое-то время. Но что касается тех, которые такими благами не могут пользоваться, которые будут реально должны, мне немножко настораживает последнее заявление нашего министра министра юстиции Борданса, что он там придумал, что если кто-то занимается дезинформацией, да, его можно там посадить на 4 года в тюрьму. Тогда вопрос, ну а что такое дезинформация? Мы видим, что многие вещи, которые считаются фейком или дезинформацией, через полгода становятся уже фактом. И да? Наоборот. И наоборот, да. И наоборот, да. Потому что есть некоторые заявления, которые делали, я понимаю, вот... какие-то делали заявления в начале пандемии. Что-то люди не знали. Но вот так называемые многие, которые себя называют экспертами, делали такие заявления, которые вот сейчас, ну вот после того, как мы 2 года в этой пандемии, они кажутся явным фейком уже по большому счету, да, потому что я понимаю, что мы все не можем знать, но ты не можешь знать, тогда не делай такие далеко идущие утверждения. Ну вот, я думаю, что многие слушатели не знают, да, что в Латвии создан тем же Бордансом экономическую лету ТИЭСа, да, которая является логичным продолжением то, что начало финансизлокошенс денес, которым руководит госпожа Знотиня, в плане, это я называю конфискацией денег у предприятий. Потому что сперва был арест счета, потом какая-то проверка, несмотря ни на что. Я просто знаю конкретные случаи. У меня друг пострадал реально на 90 тысяч евро по этому поводу. И, в принципе, вот этот суд был создан, чтобы легально это потом все закрыть. Есть решение суда, да, эти деньги уходят в бюджет, все. И где гарантия, да, что вот этих дебиторов, которые появятся, потому что у многих пенсионеров уже пенсия равнозначна коммунальному платежу в отопительный сезон. То есть они просто платить не могут, да? Они просто, ну тогда уже умирают. Я думаю, что нет никаких гарантий, что они не создадут какой-то коммунал аппарат ТИЭСу, да, и что какие там будут дальнейшие уже последствия, трудно сказать. А куда они этих дебиторов потом спишут? Это же будут миллионы. Чудес не бывает в экономике. Это математика. Да, вот мы даже сейчас видим, что еще до вот этого бешеного роста тарифов мы видим, какие были долги, к примеру, в Риге, за коммунальные платежи у населения. Конечно, были разные причины. Кто-то, может быть, злонамеренно не платил, да, потому что мы знаем, что пенсионеры обычно всегда сначала платят за коммунальные, люди сознательные. Но, тем не менее, там долги астрономически по Риге только за коммунальные платежи. Мы можем себе представить, что будет сейчас, да, если в те годы более-менее спокойные какие были долги. Знаете, чтобы решить какие-то сложные проблемы, тебе надо думать о своем государстве. Но мне такое подозрение, что многие чиновники, особенно те, которые работают в Министерстве финансов, они работают опять-таки на этих внешних кредиторов. Потому что, ну как, ну создана какая-то уже Excel-таблица, есть таблица, есть бюджет. Да, и в этом бюджете все уже расписано. Открывать его, что-то там менять, это очень такое, ну, а что мне от этого будет? И, в принципе, вот эти новые так называемые политики, ценности, они предусматривают, что ты должен думать только о себе. А если ты думаешь только о себе, ты ничего решить не можешь. Подождите, вот Левиц прямо в новогоднюю ночь сказал, что нужно брать ответственность на себя. Ну, то есть, видимо, государство уже самоустраняется от всего этого вопроса. Он, по-моему, прямо так сказал, прямо в новогоднюю ночь. Я иногда после 4 часов иду мимо кабинета министров на Бривибус. 4 дня?
Ну, 4 дня. Да, да, да. Ну, да, сейчас да. такой темный сезон. Да, еще. Да, уже после 3 темно, да. Я скажу, ну, свет горит там примерно 10% в окнах. Да. В окнах, да? Да. Они знают, где они работают, да? Где они Может быть, удаленно? Удаленно, даже это да? модно, удаленно, да. Да. Но эти какие-то, может быть, такие моменты, которые мы, которые по земле ходим, не знаем. Но у меня нет такого внутреннего ощущения, что они действительно думают, как для тех, которые здесь живут, помочь решить те проблемы, в которых наши жители ну, точно не виноваты. Ну вот именно подтверждение того, что вы только что сказали, вам не кажется, что вообще, ведь мы, как бы понятно, что тарифы, тогда, что вообще проблема глубже и концептуальнее, ведь если так вот вдуматься, мы иногда просто, знаете, так сказать, там бежим по своим делам и даже не задумываемся, мы страна Европейского Союза, да, уже, значит, с 2004 года, на секундочку, да, вот через 2 года будет юбилей. Да? И у нас вот эти средние пенсии, вот мы же видим, да, это 300 евро, 320, 350, у кого там 370, 400, еще считай, пенсионеру повезло. Но это та пенсия, которую в неделю получают в большинстве стран Европейского Союза сеньоры. Да? И получается, что это действительно просто ужасно, ничего не меняется. Более того, мы знаем, что сейчас те, кто уходит на пенсию, да? Они, в принципе, с учетом своих заработных плат могут рассчитывать на такую же пенсию. То есть мы из года в год плодим нищету. И нам говорят, что все замечательно, все, так сказать, окей, мы развиваемся. Ну, замечательно говорят те, которые получают дивиденды. Это очень узкий круг людей, которые, в принципе, подмяли СМИ. Да, и в принципе, они дают абсолютно неадекватную картинку реальности. Ну, в принципе, надо же понять, что вот в долгосрочном периоде так быть не должно, потому что ну, рано или поздно, что бы там ни делали, мы же с вами реалисты, мы понимаем, что, видимо, счета за коммунальные платежи будут расти. Да, ну, может быть, у нас не будет, как в Великобритании, но вряд ли будет такая ситуация, ну, условно говоря, да, что кто-то получает, я сейчас говорю о хорошо получающих заработную плату, не знаю, там, 2000 евро, и платит 100 евро коммунально и гуляет. Ну, в мире такой ситуации, по крайней мере, в западном мире такой ситуации нет. Все-таки у тебя объем платежей за коммуналку все-таки больше процентуально к заработной плате. Я сейчас вот говорю в общих чертах. Да, но если посмотреть на западный мир, то надо... все-таки понять, что часть людей уже выпал, которые выпадают по каким-то причинам, да, из обоймы, которые да. уже не работают. Они тоже бомжуют. Они бомжуют, они живут в трейлерах, да, и это там считается абсолютно нормально. Если посмотреть... Ты выпал из этого социума, да, до свидания. Если, да, да? если посмотреть на улицы там, Америки, больших городов, ну, очень много бездомных, да. И если мы стремимся к какому-то такому результату, ну, то тогда, он будет, да? ну, то он будет. Да, я вот поэтому и говорю, что в результате мы, ну, нельзя надеяться, что вот мы дальше будем вот всех загонять, по крайней мере, пенсионеров, у которого нет дополнительного дохода, в эту минимальную пенсию, и надеяться, что все как-нибудь рассосется. Ведь мы видим, как коалиция уже с ноября месяца, та же оппозиция предлагала разные варианты. Снизить ПВН, как вы сказали, 80 евро за мегаватт-час сверхдотировать. Ничего же не происходило. Вот 2,5 месяца, помните, как с этой пандемией, когда говорили, ну, закройте хотя бы учебные заведения, вы же видите, что происходит. Они там 2 месяца что-то обсуждали. Когда я читал, как они будут помогать, ну, вот эти 250 миллионов, которые сейчас концептуально озвучены, я да. не понимаю, какое отношение тариф на энергию имеет с 20 евро тем пенсионерам больше, которые будут вакцинированы. Это, мне кажется, издевательство. Я не понимаю, что за ребенка, который там еще обучается в ВУЗе 20 до 24 лет, 50 евро будет доплачивать. Какое это отношение к тарифу энергии имеет? Вы можете знать, а я нет. Ну, может, они имеют в виду, что больше будет денег у домашних хозяйств. Тогда у родителей? У родителей, да. Ну, да. Может быть. Ну, хоть что-то. Какая-то связь-то может быть. Да, да, может быть, да. Вот еще такой вопрос, который хотел я задать. Вот возвращаясь к Латэнерго, хорошо. А вот это попытка поиграться на бирже. Ведь помните, вы одно время
сразу правительство Каинча после того, как его утвердили, еще до пандемии, они же носились такой идеей, что вот давайте мы будем вообще государственное муниципальное предприятие котировать на бирже. Там, не знаю, 10% отдадим на биржу, 20%. А что это дает вообще? Ну, тогда мы были бы... у нас была своя биржа. И, может быть, где-то зарабатывали как Nord Pool. Да. Потому что там реально проводятся сделки, там заключаются заработки, фьючерские, да. Фьючерские договора. Кто-то на этом зарабатывает. Но если был бы в центре, в Риге такой, да, я не знаю даже, где этот Nord Pool сидит, честно, да, в каком городе. Да. Или он у каждой этой страны северной есть там своя какая-то контора. Но мы бы зарабатывали от этого. Но это Nord Pool, это чисто по энергии биржа. Да. Котировать акции в бирже муниципальных и государственных предприятий, это имеет смысл, если надо, ну, просто много еще денег привлечь, да, которых не хватает. Это, ну, в принципе, этот принцип IPO, это, конечно, когда ты только создаешь что-то, да, ты идешь на биржу, чисто американский подход, как получить средства для начала бизнеса, средства, да, которые много и проваливается и так далее. Для государственных и муниципальных предприятий я до сих пор не понимаю, зачем это нужно. Да? Вот интересно, вот мы сегодня... Нет, есть только, конечно, это был бы самый невероятный сценарий. Ну, я все-таки тогда являюсь акционером как потребитель, я плачу вот все эти счета, и в конце или квартале я получаю какую-то часть обратно в плане дивидендов. В Латвии что-то я не верю на такие намерения, те, которые эту тему продвигают. Вот интересно, что мы сегодня больше сосредоточились, что это понятно, на том пакете помощи, который вот нам обещает правящая коалиция именно населению на эти 4 месяца, до апреля. Но там было в этом пакете помощи, вы, наверное, помните, есть и вторая часть. Она оказалась, ну, менее заметной, потому что все, что не делается сейчас, людей не очень беспокоит, что будет в будущем. А там сказано, что нужно делать в среднесрочной перспективе. В частности, нужно срочно стимулировать ветряки, так называемые, и солнечные батареи. Вроде бы звучит красиво, поскольку, как мы знаем, сейчас Брюссель провозгласил зеленый курс и даже выделил деньги, если мне память не изменяет, Латвия из этого пакета помощи аж 780 миллионов направляет на так называемый зеленый курс и зеленую энергию. Вот что вы по этому поводу думаете? И действительно, реально, с учетом, не знаю, латвийских климатических условий, уровня жизни, вот с помощью, не знаю, солнечных батарей и там ветряков решить эту проблему цен на электричество? Что касается отдельного домохозяйства, да. Там эти солнечные батареи, они вполне реальный проект, да, ну, или даже маленького производства. Да. Ты договариваешь там с Латвэнерго, они такие услуги. Я знаю, многие так уже делают, да. И ты вкладываешь, ну, определенную сумму денег в это, и ты знаешь, что в промежутке времени, если ты что-то производишь, у тебя будет дешевле сама энергия. Особенно там весной, летом, да. Да, и когда уже ты достигнешь какого-то, может быть, даже пенсионного возраста, ты уже будешь продавать в сеть, и будет тебе отдельный заработок. Я тут ничего плохого не вижу, да. Это касается солнечных батарей. Что касается больших ветряных парков, больших, да? Больших, да. Да, ну, я не знаю, надо ли идти по этому путем, пути, да? Это все-таки меняет среду, это действительно, без иронии, я говорю, это природа не только состоит из людей, да? Есть и птицы, есть... То есть это, в принципе, другая... достаточно вредное мероприятие, ну, да? Да, я думаю, что большие парки, ну, если они, конечно, там далеко в море, да, но все равно, я не сторонник такого развития, да? Я считаю, что все-таки у нас есть еще потенциал маленькой энергетики, да, если освободить их от налогов каких-то, дать им дышать, я думаю, что потенциал еще существует, да. Я думаю, та же самая щепа, это тоже тема, да, потому что это ресурс на месте, и маленький, скажем, самоуправление, уже не маленький, у нас маленьких уже самоуправления нет, но раньше, да, они все-таки создавали свои котельные, и там, например, вокруг 3-4-5 хрущевок, и они вот создавали сами отопление на щепе, да. Вот еще такой вопрос хотел задать. Вот тем не менее, что касается вот этого зеленого курса, я ни в коем случае не против, но все-таки создает такое ощущение, что, как обычно, вот лозунги, вот такая политика идет впереди реальности. Ну, как мы завтра откажемся от газа? Ну, вот так вот возьмем, как вот нам вчера правящая коалиция говорит, срочно надо, срочно отказаться от газа. Как? Вот чисто технически. Что, по приказу правительства, что ли, мы откажемся от газа? Знаете, в России самые большие запасы газа природного. Это факт. Это факт, да. Мы находимся рядом. У нас есть вся инфраструктура. Но
Газ тоже уже стал биржевым товаром. Это не стоимость то, что «Газпром» продает. Конечно, это стоимость. И на газ у нас тоже 10% акцизного налога. Почему, я не знаю. Да? Опять это удорожает хоть на 10%, но удорожает то, что мы платим. Надо же бюджет пополнять. Да, надо. Еще да. один налог, да. Да, и в принципе, я помню, у меня когда-то были очень хорошие отношения с предыдущим президентом Латвии с газа Адрианом Дависом. Я немножко это хозяйство знаю. И я помню, с каким энтузиазмом в 90-е развивался тоже Инчукалнское газовое хранилище. Да. И он рассказывал, какая это ценность для Латвии, что мы можем там в летом закачивать газ и потом за большие деньги уже по сравнению с закупочной ценой продавать там России обратно, тоже Эстонии, и это будет большой бизнес для Латвии, и есть у нас еще огромный потенциал развития других таких хранилищ, там Катинеки рядом с Добелой, да, потому что есть у нас эта уникальная структура земли, в которой можно закачать газ как хранилище, да, хотя там хранилище это чисто природа. Ну вот, а что мы сейчас от этого всего имеем, я не знаю. Вот от этой концепции, да, когда у нас и турбопроводы, да, и у нас вся инфраструктура. Латвия с газа же за эти годы подвела к, в принципе, основной части латвийских районов газ, да, он же не был, ну, где-то, да. То есть я не знаю, что это за игры, да, это, или мне кажется, там какая-то больше все-таки превалирует политика, чем здравый смысл и экономика. Да, потому что вот на днях. Я недавно узнал, что знаете, от кого мы в основном. У нас же нету этой щепы тоже своей достаточно. Знаете, от кого мы покупаем? От Белоруссии. Да. У нас все эти враждебные сейчас государства, да. Ну, мы гордые, мы будем, значит, как-то. Платить очень дорого, много за это, я не знаю, чем это все закончится. Да, ну вот тоже интересно, что касается, вот продолжая эту тему газа, ведь подтверждение того, что вы сказали, премьер на днях заявил, что опять все коварная Россия виновата, она, значит, добивалась, делает так, чтобы газ стал дороже, и при этом нам сообщают официально, что весь газ, который нужен для Латвии в этом сезоне, ну, в отопительном сезоне, зимним, уже в мае был закачан по тем ценам, которые в соответствии с договором с «Газпромом». Так о чем разговор тогда? Вы объясните. В чем коварство России? Я не собираюсь быть ее адвокатом, но хотелось бы узнать, это просто так сказано для красного словца или там есть основания? Такие вопросы надо задавать госчиновникам, которые являются источником подобных заявлений. Вопрос о дезинформации, да, кстати говоря. Я думаю, что я не знаю, сколько сюда приходят те же представители с Министерства иностранных дел. И, в принципе, есть же ответственные лица, которые получают зарплату. Пусть они рассказывают обществу, да, вот все эти коллизии, все эти взаимосвязанности между этими экономическими, политическими и еще какими-то вопросами. Да. Вот возвращаясь вот вообще к теме цен и тарифов, ведь на самом деле нужно еще и думать о том, а что дальше будет происходить с теми же муниципальными предприятиями. Да, вот, ну, у нас есть пример в Риге, там Рига Снавопаводнекс, там Рига Суденс, Рига Силтумс, которые тоже сейчас все объявили о повышении тарифов. Если они не будут эти деньги получать, что, тоже пойдут убытки? У каждого предприятия должно быть логичная, какая-то понятная рентабельность. Но если у тебя затраты миллион, да, ты должен заработать миллион, тебе должен быть оборот, и ты должен заработать 100 тысяч в год, чтобы тебе хватило на техническую обкупку. Да, ну, техническое обслуживание. Да, да, ну, чтобы, да, и тебе надо быть резерву и так далее. Этому, люди, которые занимаются реальными делами, они все это прекрасно понимают. Тогда вопрос. Когда-то у нас был регулятор. Я не знаю, существует есть, он. Есть еще. Да, да, через да. Куда надо было приходить там. Они даже приходят, да, что-то обосновать. Обосновать, что вот. Ну, регулятор совсем соглашается, да, обычно. Да, я он так понимаю. Да. Ну, почему он совсем соглашается, это такой хороший вопрос. Тогда вопрос: есть же какая-то аргументация, да, и особенно это же то, что мы говорили о Латвэнерго, должно быть какая-то понятная рентабельность, но эти предприятия, они в основном должны обеспечивать людей той же водой, теплом. То есть социальные услуги или, по существу. Да, это социальная услуга. Ну так и как общественный транспорт. Да. Ну что-то не крути, но не может быть, особенно, по крайней мере, в Латвии, когда у людей небольшие доходы, не может быть вот общественный транспорт особо прибыльный. Ясно, что он будет дотируемый самоуправлением и государством.
Ну, да. Опять-таки, мы возвращаемся, потому что вот та философия бедности, которую развивал за последние годы, это распределить, кому отдать, кому отобрать, вместо этого, чтобы развивать экономику. Надо увеличивать экономику, надо, да. Чтобы больше людей... А не людей, пытаться поделить эти 3 евро. Да. Чтобы эти люди больше занимались реальными делами, да, в каких-то понятных регистрированных предприятиях и платили налоги, а не потребляли налоги. Это есть основная формула, да, которой мы никак не можем вырулить. Я просто слушаю... Но я как предприниматель прекрасно понимаю, да, что у нас налог на заработную плату очень высокий. По-прежнему. Да. Сколько лет прошло, сколько там уже чего, да? Как он есть, так он есть. Да? 1% там поменяет это социального, уже. Да, это считается каким-то огромным достижением. Я не понимаю, почему они идут по этому поводу, по этому пути все время что-то уменьшать. Ну, у меня создается такое ощущение, я понимаю, что это более глубокий разговор, может быть, еще на час, сегодня не успеем, но у меня создается такое ощущение, когда ты смотришь вот там объем уплаты налогов, да, и мы видим, что крупнейшие налогоплательщики – это в основном монополисты, все те же самые, да, о которых мы сегодня говорили. И, видимо, поскольку они наполняют, там, не знаю, 80% бюджета, ну, чтобы как-то быть поприличнее, выглядеть, начинает, большие налоги хоть с остальных предприятий. Да? То есть здесь вообще нужно смотреть на структуру, как это все происходит. Но вот еще одна тема очень важная. Вы в самом начале сказали про чиновников, которые, в принципе, и раньше неплохо жили. Теперь они еще лучше живут, поскольку они на удаленке. Да, в основном, как они сами сказали, деньги не тратим на общественный транспорт, на личный транспорт. Сидим дома, та же зарплата. Значит, и вот в связи с этим появилась как раз вот в начале этой недели новость о том, что собирается ликвидировать Paris-Euro Coordination Center. Это вот межведомственный координационный центр. Было такое, я думаю, вы уже забыли. И все начали кричать: ура, его ликвидируют, хоть какую-то чиновническую структуру в пандемии ликвидируют. Потом последняя новость, которая вчера пришла, нет, ее, конечно, ликвидируют, но всех переводит, просто присоединяет к Квазканцелярии, да? Вот, в принципе, так у нас происходит оптимизация госуправления. И какой смысл всего этого? Ну, видимо, показать, что что-то происходит в этой связи. Я так понимаю. Ну, так как я не работал в госструктуре, мне трудно понимать какие-то действия, которые я смысл не понимаю. То есть вы бы в бизнесе не начали бы одну отдел... А объединять с другим, ничего бы от этого не поменялось. Да? В чем смысл? Должен быть какой-то смысл, почему ты чего-то делаешь. Но если ты получаешь гарантированно зарплату за то, что ты вообще что-то делаешь, тогда можно выносить этот стул в ту комнату и завтра приносить обратно, потом еще куда-то. Процесс идет какой-то. Вот ведь на самом деле это еще одна проблема. В свое время мы в эфире тоже это говорили, как вообще принимается решение, да, ведь обратите внимание, сейчас все мы обсуждаем, и мы в том числе, обсуждаем решение неконституционного органа, его нигде не прописано, коалиционного совета. Вот подумайте сами, в чем вот есть же определенный абсурд ситуации, да, мы не обсуждаем проект кабинета министров, мы не обсуждаем законопроект, который поступил в парламент, 7 у нас вообще потерялся полностью, да, значит, мы обсуждаем решение за закрытыми дверями коалиционного совета. Ведь что-то в этом есть, да, что-то неправильно, или я не прав? Нет, вы правы, потому что мы уже привыкли отсутствие какого-то, что значит правовое государство, что значит разделение власти между законодательной, исполнительной, судебной и медийной. Это все смешалось вместе. Над этим сидит какой-то коалиционный совет, которых мы даже не знаем, этих людей, кто в него ходит, как там принимается решение, голосованием или каким-то другим образом. Ну, это еще один момент. Мы же знаем, что касается пандемии, а это все связано, где экономика, все же вместе там. Есть еще теперь создана такая группа, оперативная Свадебас-группа, да, кто там сидит, видно, мы знаем, что ее возглавляет господин Цитковский, директор госканцелярии. И очень часто мы сейчас наблюдаем, если раньше говорили, коалиционный совет решил, теперь на заседании правительства, когда министр что-то там пытается или эксперты возражать, Карин говорит: подожди секундочку, так вчера вот было заседание группы оперативного, там все уже решили, что вы хотите? Ну так я не знаю, что уже правительство больше не надо? Вообще-то анонимность власти очень опасна для общества. Я уже, когда были прошлые выборы, да, помните, избирали там премьер-министра, там не могли остановиться на Гобземсе,
да. Пабрикс и Борданс, кто там только не был. Ну, и нашли Каринша, да. Смотрите, как стабильно он сидит. И тогда еще, ну, уже появился наш второй президент, да, у нас два президента, министр и вайс-президент, да, появился Левиц, я тогда вас предупреждал, да, что это очень опасно, потому что люди с двойным гражданством, они любой момент могут покинуть это государство. Каринч может заболеть, да, сесть в самолет и уехать в штат Делавэр обратно или тратить свои трудно заработанные деньги в каком-то любом прекрасном месте на земном шаре. Да? Никаких проблем. У Левица немножко труднее, да? Но Каринч может спокойно, да, сказать, извините, я больше не могу, да, у меня там чего-то со здоровьем случилось. И вот эта анонимность власти, когда мы не понимаем, кто принимает решение, нет каких-то понятных людей, политиков, которые вот сидят напротив, да, общества в новостях и говорит, я так считаю, потому что так надо делать, и это соответствует и каким-то медицинским и логичным соображениям. Понимаете, нам это надо делать. И потом, если я вам буду говорить какую-то ложь, через полгода вы поймете, что я вас дурачил, то вы мне просто дадите по одному месту. И я вылечу от этого, этой должности. Этого всего нету, потому что есть анонимность. Я, кстати, никакой там не фанат, может быть, того, что происходило в 90-е годы, но я хорошо помню, я думаю, вы тоже, что при всех нюансах той политики, что вот когда была коалиция, ну, всегда были коалиции, у нас нет такого, что одна или две партии даже управляют страной, что и у партии были какие-то определенные позиции, плохая или хорошая, и они пытались ее продавить. Вот вам конкретный пример, помните вся эта история, что надо вот бедным медикам, я согласен, повысить заработную плату, да? Там что-то, и мы знаем, что АТСТБПАР отвечает за как раз за эту медицину, Павлюц и так далее. И когда их спрашивают, слушайте, ну у вас же эта позиция, вы же говорили, что медикам дали обещание, надо это сдержать. А что же вы не добились ничего? Они говорят, ну вы понимаете, ну мы же ничего не смогли, коалиционные партнеры против. Я говорю, слушайте, у вас же 13 мандатов все имя, вы вообще для чего там сидите? И это то же самое в подтверждении того, что вот мы сегодня говорили по поводу пакета помощи, ПВН. НДС. Помните, это, кстати, и ваша партия это предлагала снизить НДС, и, кстати, предлагала ТБ Вису Латвии, и даже партия Борданса. И вчера они сказали, ну, мы же не смогли. Подождите, а зачем вы там сидите, если вы ничего не можете? Ну, значит, есть какие-то люди, которым они подчиняются. Которые сказали сидеть которые тихо, сказали, да? Сидеть тихо. И их мы не видим и не знаем. И вот то, что в политику... В политике очень много, ну, есть такое латышское слово «мемляки», да? Uh-huh. То есть не котируется мужественный подход, ответственный факт. Все время они, смотрите, те дяди, которые, наверное, за кулисами сидят, они таких привлекают в политику. Чтобы они тихо сидели, да. У них нету этических проблем соврать. У них нету этических проблем сегодня сказать одно, завтра сказать другое. У них просто... И они считают, что они очень умные, потому что они умеют обманывать. Ну, а мы видим, где находится государство, да, при таком подходе. Да, это тема отдельного разговора. Игорь Смей у нас был в студии, и большое спасибо. Час в час, минута в минуту. Радио.